16:40 уже. А я весь день сидела в телефоне. Списываю я на нем. На контроле. Потому что она такая яркая, такая веселенькая. Чуть-чуть на ВИЧ денег, потому что они всегда валяются в каждой машине. А больше ничего не ношу. Заливаем его. Готово. Мое любимое. Всем привет, меня зовут Ариэла. И сегодня покажу вам, что в моей сумке. У меня всего около 15 сумок. И ношу я из них, получается, мои любимые, это 5 сумок. Ну, 5-6 сумок. Которые на каждый день, у меня есть 2 нарядные, это одни из моих любимых. Все остальные такие, можно на каждый день, повседневные. Вот с этой сумкой я хожу в последнее время очень часто, потому что она большая, удобная и... Естественно, она мне нравится, потому что это дизель, как обычно. Сейчас покажу, у меня половина сумок тоже дизель. Это одна из моих любимых, ну, на данный момент. Я думаю, дальше тоже будет так. Вот, это такая вот сумка дизель, она больше как кошелек, сюда влезают помады, телефон и карты. Все, больше здесь я ничего не ношу в этой сумке. Такая вот белая дизель, тоже моя любимая. Она побольше, но сюда тоже не вмещается расческа большая, обычная моя. Я ее использую больше как аксессуар обычный, не как сумку. Следующая сумка. Несмотря на то, что она такая не огромная, но сюда вмещается абсолютно все. Сюда иногда даже зарядку можно вместить. Вот это я ношу чаще всего в отпусках и вообще, потому что она такая яркая, такая веселенькая. И летом. И, конечно же, мой школьный портфель. Сейчас я его достану. Вот такая вот большая сумка. Почему я не ношу рюкзаки, я не знаю. У меня вообще нет ни одного рюкзака, никакого. Просто, ну, ноль рюкзаков. Я хожу с этой сумкой, и также я летаю с этой сумкой, потому что она большая, удобная и красивенькая. Сейчас я покажу, что в моей сумке. Конечно же, телефон, такой вот обычный телефон. Расческа. Я постоянно расчесываюсь везде. Дальше. Так. И блеск для губ. Это прикольный блеск, я его ношу. Обычно я ношу карандаш, помаду и блеск. И сейчас я нашла прикольный блеск, который двухсторонний, и даже без карандаша я его использую. А больше ничего я не ношу. Вот так вот. Три вещи. И, конечно же, когда я хожу там гулять куда-то или в магазины, я беру карту и чуть-чуть наличных денег. Я очень люблю антисептики, у меня огромная коллекция антисептиков, но в обычной жизни я их не беру, потому что они всегда валяются в каждой машине. У нас в каждой машине есть такой вот, ну, не точно такой же, просто этой же фирмы антисептички. Но в поездке, например, там, когда я лечу куда-то или долго ехать, естественно, я беру антисептик, потому что в самолете я же не найду просто антисептик. Такой вот красивенький, прекрасненький. И вы можете посмотреть всю мою коллекцию антисептиков, у меня их очень много, вот в этом видео. Также вы спросите, почему же я не ношу с собой пауэрбанки, там, зарядки, почему я не садится телефон? Во-первых, потому что я когда куда-то езжу, обычно я езжу не одна, и даже если я одна, то я по магазинам хожу, а это для меня куда интереснее, чем сидеть в телефоне. Поэтому у меня телефон максимум разряжается 20%, и я беру пауэрбанки, точнее даже не пауэрбанк, а зарядку, только в самолет, когда куда-то лечу. Всю ночь заряжаю телефон, и не так много сижу в нем, поэтому он не разряжается. Например, сейчас у меня 70%. А сколько сейчас времени? Время пить чай! 16:40 уже. А я весь день сидела в телефоне. Сейчас я вам покажу мою школьную сумку, обзорную школьную сумку. Там практически то же самое, только... Ну, смотрите, в этот набор входит, конечно же, мой блеск, расческа. Больше косметику я в школу не беру, но я крашусь в школу, естественно, каждый день. И у нас нельзя в школе телефоны, но, конечно же, я его беру. Но не сижу там, естественно. Вот, учебники, тетрадки, много всего. И, конечно же, как у всех, я думаю, есть пенал. Тут какие-то текстовыделители, у меня их много. Видите, эти прикольные, такие обычные они. Вот эти мне подарили, например. Я просто люблю оформлять, поэтому у меня вот 2 набора текстовыделителей. Обзор. Красиво. Потом черная гелевая ручка, 2 синие ручки шариковые, еще 1 черная ручка. И мое любимое. Микрокалькулятор. Смотрите, он очень маленький, и при этом он еще работает. Списываю я на нем. На контроле. Ты знаете, я такой сидишь, меня не палят. Типа сидишь вот такой вот в руке. Либо, например, у меня пенал тут вот. Я вот так аккуратненько сюда вот ложу, показывает картину. И вот так тыкаю. Иногда, когда я куда-то еду после школы,
такое бывает очень редко, я беру с собой косметичку, естественно, мицеллярку и ватные диски. Но такое бывает редко, поэтому нет. Я просто не вижу смысла брать что-нибудь лишнее у школы. Брелки, например, или карточки какие-нибудь, штучки всякие. Ну, потому что ты, во-первых, ими не будешь пользоваться особо. Ну что, ты брелками будешь пользоваться в школе? Напишите в комментариях, что вы берете в школу с собой. Ну, в идеале, я бы еще с собой брала острое. Еще один факт, я еще никому это не рассказывала. Никто в этой комнате не знает. Только я. Я ем оладьи с солью. Но сейчас я вам покажу вам кое-что. Я обожаю острое. Сейчас открою соус. Такой огурец у нас есть в наличии. Заливаем его. Берем за кончик, чтобы я могла это хотя бы откусить. Готово? Вообще есть такой соус зеленая табаско. Красный табаско я вообще не люблю, он какой-то кислый, непонятный. Вот, вот этот я его тоже не очень сильно люблю, но он острый, а я люблю острый. Я его добавляю обычно в суп, чтобы он был поострее. Например, с утра эта банка вот такая вот, обычная, наполненная. Но когда я беру эту банку в руки, я могу съесть его столько. Просто налить в суп, я не знаю, везде, в салат, в суп, на хлеб, я его совсем ем. Напишите в комментариях, вы любите острое или нет, или я одна такая. А в следующем ролике я покажу вам мои самые любимые острые соусы. И, в принципе, самые острые соусы, я их буду есть. И также я вам покажу, как я пью зеленую табаско. Подписывайтесь, чтобы это не пропустить. Еще немного о том, как я собираюсь в путешествие. Достаю мою сумку, школьную и путешественную. Просто чаще всего я беру именно эту. Она такая черная, обычная. Я беру такой же базовый набор, расческу, телефон, помаду. Обычно я не крашусь в полеты, потому что я люблю ухаживать за собой в полетах. Я обожаю брать с собой всякие патчи, масочки с собой. Именно такие гидрогелевые, чтобы не быть опухшей. Я беру с собой сыворотку, также крем для лица и гуашу. Так, намазываю крем, вот так вот делаю по лицу. Массажик такой вот. Еще и зарядку беру, естественно, зарядка, это ж зарядка. Потому что в полетах 7 часов лететь и не заряжать телефон. Это я уже не выдержу. И иногда AirPods. Сейчас я вам покажу мою сумку, которую я, по-моему, даже ни разу не надевала. Просто она мне очень не нравится. Сейчас я вам покажу. Такая вот сумка. Я не знаю, может, ее с чем-то можно сочетать, каким-нибудь образом попробовать что-то с ней сделать. Просто она как будто бы школьная, но это сумка. Не то, что она даже, ну, типа, она не огромная. Это просто сумка, это даже учебники не поместится. Вот, а в обычной жизни я вообще не ношу. Типа, ну, она мне просто не нравится. Не то, что она фу, прям фу, как вансы. Нет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. А с вами была Ариэла. Пока-пока.